Иван, вы, наверное, уже поняли, зачем я звоню. Да, мы получили ваш протез, но, честно говоря, его нужно будет переделать. Ну, это совсем ни на что не похоже. Он, конечно, по цвету подходит, но протез не сидит во рту. Иван, слышите? Балансирует. Качели там. Это разве не видно было, когда отправляли? А? Пациент завтра вечером уезжает? Надо переделать срочно, Иван, срочно переделать. Слышите меня? Да, но я не успею. У меня 6 работ, которые я даже не начал. И завтра они все сдаются. У одних свадьба, у вторых Новый год, третий вообще депутат. Я не могу их перенести. Никак не могу. Знаете, почему вы не можете? Потому что у вас кривые руки, техник, криворучка. Все можно было сделать качественнее и быстрее, только руки прямые должны что? Быть. А у вас руки кривые, слышите? Руки выпрямите! Простите, но... И ужасно. Работа пришла. Криворукий. Вот ваше спасение. Выпрями руки. Не будь криворукий.